уже достиг своей точки кипения. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Хардкорное прохождение от Михаила не только. И это мое продолжение прохождения игры Xenos. Первая часть, точка кипения. И в результате начинается, таким образом начинается третья серия данного прохождения. Что это вообще происходит? Так, и мы начинаем, как обычно, эту серию с прохождения дополнительных квестов. В этот раз будем выполнять квесты за военных в данной игре. Мы как раз находимся вот около того места, где можно эти квесты будут взять. Что вообще происходит? Что там летает такое? Не пойму. Непонятно, что такое вообще происходит. Что ж, пополним немножко квесты. Нам в любом случае пригодятся местные денежки, чтобы покупать тем самым. Тех же миссий сюжетных нужно, в общем, это очень сильно необходимо. Без этого бывает, иногда не пройдешь. Так, ну что ж. Пока все, все нормально с аптечками, все нормально все делать. С патронами так. Чего ждешь? Кто сказал? А, мы вообще, помню, кажется, не туда пришли-то. Нам нужно понять, где можно взять эти миссии. Активировать их, точнее. С кем можно поговорить. Неужели сюда пойти надо? Не пойму что-то. Пока на эту точку. Еще будет разобраться. Но нет, это не то. А сюда нужно идти. Может, повыше надо забраться? Чего? Чё вдруг он так стрепенулся-то? Пустить-то сможете? Так, можете поговорить? Нет, идём сюда. Так, сюда. Неужели его это надо? Миссию активировать. Так, мы на месте. Нужно нам повыше собраться надо. Так, это у нас их не врач. Посмотрим, в общем, так, где у нас там миссии дополнительные ресурсные. Так, мы помутировали эту миссию, да? Да, побывать на военной базе РТН-25. Возможно, там удастся найти работу. Так, мы это тем самым активировали. Мы туда прибыли. Так, значит, мы получше собраться. Так, здесь, может быть. Да, вот он, наверное, с кем нужно поговорить. Который может взять миссии. Так, миссия выполнена, да ладно. Добрый день, полковник. Здорово, сынок. Я так вижу, ты хочешь поступить к нам на службу, правильно? Ну да, как бы. Вы абсолютно правы. Отлично, у нас как раз не хватает людей. Скажи-ка, сынок, у тебя есть опыт боевых операций? Ну, как вам сказать? Если 10 лет в иностранном легионе что-нибудь стоит... Тогда есть. Сынуля, сам Господь наш Иисус Христос послал тебя мне. Такой человек, как ты, нам просто необходим. Так зачем же я вам нужен, полковник? Вот что я тебе скажу, сынок. Воевать с наркобаронами мы не можем. Я даже не говорю про то, что они лучше вооружены и осведомлены о том, когда я сходил отлить. Но не это главное. Как только мы перестаем обороняться и сами идем в наступление, эти гребанные адвокаты поднимают вонь о защите прав человека, презумпции невиновности и прочие туфте. У нас, простых солдат, просто связаны руки. Да и работать мне не с кем. Глянь на эту базу. Одни необстрелянные сопляки. Вот если бы человек с твоим опытом, который не связан с армией, согласился бы инкогнито выполнить для нас пару заданий, мы бы в долгу не остались. Слово солдата. Ближе к делу, полковник. Геополитическую ситуацию я себе уяснил. Спустимся же на землю. Обрисовывая задачу. На базе наркобарона имеется ноутбук. Его владелец Виктор Гарсия. В ноутбуке данные первостепенной важности. Твоя задача – получить его в целости и сохранности и доставить ко мне.
Будешь приступать? А как же еще? С этим заданием связано. Ну, ладно, ничего, справимся. Я согласен. Считайте, что ноутбук у вас уже на столе. Скоро буду. Эх, Гринго, твои б слова да богу в уши. Ну что ж, активировали миссию. Дружище, ты, надеюсь, что с тобой вообще? Ну, хотя понятно, чем. Да, понятно все с тобой, дружище. Не повезло тебе, конечно, таким слотами, которые тут застревают в текстурах, вообще глючат полностью. Так, а здесь пуститься можно? Или по-другому еще один застрял? Да вы что, все там больные, что ли, на голову? На ноги, точнее, свои. Так, что-то тормозит, что-то не знаю почему-то. Начинает иногда. Так, а ну, ходим. Сколько вот здесь дверей, здесь вот... В общем, уйма горница людей. Сколько дверей. Так, ладно. Ну что ж. Нам нужно 4 километра добираться, да? Так, это пока... Так, так, база партизан. Так, посмотрите по карте, это где находится. В общем, намного дольше. 6,5 километров. Посмотрим, в общем, по миссиям. Так, Ирцука. Тоже 4 километра. Возможно, как раз это все в одном месте. Ну да, это в одном тоже месте, так что, возможно, пора этим заняться. Так, давайте мы ранее не нужно, не нужно. Так, у нас дольше. В общем, мы сам ближайшие цели будем выполнять. 4, смотри-ка, 4, 4. Это в ту сторону, если поехать. Так, у них машинки, интересно, можно взять какие-нибудь? Джипики, не знаю, взять. И нельзя. Блин, ну что ж вы. Технику-то нам не дают. Пока-то нам уже какой-то транспорт, не знаю. Туда пешочком добираться, это... Уйма времени займет. Не знаю, может, конечно, добраться, выполнить это задание. Как раз поблизости находится. Потом уже отправиться. Все-таки лучше сделать, то есть... Если далеко, конечно, мы доедем, вот. А то расстояние, конечно, далекое. А на этом джипике. Да, говорю, сейчас вообще по нулям. Он, наверное, не заведется сейчас. Да, все, он доездился. Мягко говоря. У них вообще не возьмешь ничего. Не пускают. Так, официал нет. Пропускаем. А. Тарика еще едут. Стоять, сказал. Нет, официал. Извини, проезжай. Я проверяю дорогу. Так, кому-нибудь это... С бандитом, может, кого-нибудь? Бандит его. Вот и все. Да, за рэкшем потрепали, ну ладно. Сколько у нас там горючего? 40 единиц, нормально, хватит. В любом случае хватит. Что так темно-то? Так, а что такое у нас? Давай, вылезай. Это что такое за... Ух ты, блин. Ой. Что это еще такое было? Тихо, тихо, друзья. Да, прицел на 40... Да, блин, да, не стревай-то. Да, блин, что-то нас сейчас раскусали, конечно. Куда мы попали? Так, все, пацаны, по нам сейчас стрелять. Ну ладно. Хорошо. Мы, кажется, правильно едем. Правильное направление. Ой-ой-ой-ой, чувствую, было еще ни во что не врезаться. Да их чуть более спокойно. Тихо-тихо-тихо, друзья. О, сука, вот здесь там. Стрелков-то метких, альпийских стрелков, чертов, развелось-то. Ой, извините, я не хотел. Ой, сок у вас там, врагов-то. Вообще, конечно, идем в другую сторону. Просто всех... Ой-ой-ой, ой, извините, чем мы там есть? Так, а может, заменить машину? Еще получится, так, берем-ка. Так, а берем брать-то. Дверь закрыта, ну, да. Полезно.
Сейчас мы кого-то еще здесь нашли, не пойму, конечно, кого мы нашли здесь. Случайно попали. Так. Может это? Нет, далековато, но ладно, поехали чем дальше. По заданию. Далеко осталось. Здесь машина у нас цела. Броню сейчас всех просто тупо все снесли. Все вынесли броню. Такой вертолет летает. В общем, весело. И сели полные штаны. Так. Че от стороны вижу машину. И че, он сейчас начнет туда стрелять, палить на панам что-то шире. Ладно, что вы там. А, все уничтожить. Да, отмена просто. Блин, ну официал, вы что там делаете? Тормози, гринго. А, все нормально. Стреляй, я свой. Спокойно, это свой. В жопу. Не додумался засунуть. Эй, машину надо наш, надо здесь ничего не уничтожить сейчас. А то он нам. Они лучше добраться до цели-то. Блин, что-то клавишами, конечно, ты нажимаешь долго клавишу. Оно что-то, конечно, немножко подтормажит, персонаж. Поздновато останавливается. Давай, давай. Машинка пригодится. Ой-ой-ой-ой. Так, поехали. Почему немножко осталось добраться до цели-то, наконец-то. Наша миссия. Будем просим, будем пробиваться за боем. Так, вот, кажется, седьмое то место. Там нужно было доехать. Так, вертолет у нас... Вертолет, остановись, а бомбит-то не будет вертолет-то? Не волнуйтесь, друзья. Здесь дальше. Оп, а что там делают-то? Что они там закидывают-то бомбочками-то, не помню. Кого закидывают? Что закидывают? Так, ну добрались до этого вот места. Где же был бомбонный миссия? Полицейских таким образом. Так. Так, он присел. Ой, блин. Что ты стреляешь-то? Спалим же. Друг дружку. Только что-то присесть нормально не может. Не удержу клавишу-то надо. Так, это наши враги, да. Чего цель уничтожить? Че попасть не могу по нему, он что там стоит как купный? Че, вертолет нас уничтожит? Так хочет уничтожить. А в чем стоит как купный-то? Так, вертолет летает. Так, только нас не уничтожит, пожалуйста. Че ты делаешь вообще? Кого там хочет уничтожить, типа ему? Ай, хотя бы вообще было, можно было с ними, наверное, сбираться. Просто здоровье исполнить. Я упала не боюсь. Если надо, уколю. Молодец. Да я его просто. Так, одного мы сняли там, нет? Одного это сняли, блин, там счет не сколько-то стреляет. Нам может попробовать туда добраться бы. Вторая тоже кого-то. Я туда сбил его. Тут, в общем, отряд. Я его не вижу. Так. А здесь, собственно, никого нету? На этой базе-то. Интересно. О, разведчик. Эй, гринго, иди к нам. Может его сбить? Уничтожить, взорвать его. Может, к этому цветочке покататься, наверное. Так, нам вообще нужно в другую сторону идти, вот сюда. Нормально. Нам вообще нужно, видимо, как-то с этого здания просто добраться, чтобы до цели-то. Сейчас сходимся там, на всякий случай-то. В общем, быть посторожнее. Здоровья у нас не прям так уж много. Пока смотрите, больше, наверное, птички тратить не буду. С тем-то мальчиком, может, как-то другом забраться пробовать. Так, у нас автомат на кнопке. Так, давай-ка. Автомат давай трогай. О, хотя патронов уж маловато. Культ вообще бесполезен. Мне пока вообще не понравилось. Так, эти сразу стреляют там. О, как они стреляют вообще? Чем там стреляют вообще, по-моему? Так, дверь не открывается.
не пойму, что они там гасят-то? Готов. Отлично, готов. Сохраняемся еще раз. Так, пересохраняем. Отлично, сохранение. Эх, тон, вот он куркается. Я по нему попал за, по-моему. Живочку, так. Да, гранаты, 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 одинс. Да блин, куда ты кидаешь гранату, блин, должен. Чё за бред вообще какой-то? Не туда кидать гранат вообще. Вот иди вот. Так, лестница тп. Спускаемся вниз. Всё, надо просто... Блин, да. Да, спускайся ты, что ли, да? Спускайся ты, её просто, что ж ты. Криво немножко, мне кажется, кивализовано все. Всё равно, довольно старовато. Готов, дружочек. Отлично, этого тоже сняли. Ну? Сохраняйся, что ли? Блин, да сохраняться вообще надо... Мне... О, нормально, сохранилось. Что-то я только стал криво, теперь она стала работать криво. Ну ты издеваешься. Так, ну это, конечно, надо подобраться к нему поближе. Что ли, да, подберешься, когда тебе. В общем-то. Как метко стрелять тебя. Какого черта, что это вообще было? Того мы сняли, блин, но. Чем там стреляли вообще? Так, сохранись еще раз. Сохранился. Давай вот так вот. Что ли? Отлично. Так, фигово, конечно. Что это вообще? Пугалка, что-то крыса? Так, это мы сняли, да? Угу. Теперь надо еще там двоих снять. До них добраться каким-то образом еще. Понять. Ой-ой-ой-ой-ой, так. Течку используем. Отлично. Да еб, что я там делал вообще? Идиоты. Ну, правда, ненормально какие-то. Вот, нормально. Так, там тут еще живой есть. Так, вижу их. А, блин, стрелеты. Готов. Отлично. Кто-то еще прибежал, что ли? Это машина. Где-то явно один еще есть. Спрятался-то. Ну-на, слышно, слышно. Слышим, в общем-то, мы вас, друзья. Ой-ой-ой, так. Нифига здесь котлован. Готов. Красавец. Так, сходимся еще раз. Ну, что, совсем разболит, что ли? Или еще нет? Так, нам может помочь это уничтожить. Грузовичок, что ли, видимо, уничтожить придется. Так я понимаю. Тут еще есть. Так, где он там? Спрятался-то. Да, грузовик уничтожить-то надо. Ох, сука, вас там, друзья. Так, ну ладно. Сейчас мы это уничтожим, этот грузовик. Так, где у нас снаряд? Снаряга-то наша. Так, вот она. Готовься. Залп, целься. Блин, все, миссия выполнена, да? Все, что ли, миссия выполнена? Блин, нас просто расстрелили тут. Все, здоровье сняли, так. Надо поосторожнее бы. Так, ну что, у нас цель миссия выполнена? Не понял. Или это еще нет? Так, у нас снаряды остались. Так, у нас снаряды вообще, помню, кончились-то. Как мы там будем уничтожать их? Или мы вообще не то сделали, не пойму. Вот. Или все-таки то сделали, но и до конца миссию поняли, да и что. А, вот он, мне кажется, грузовичок, да? Так, а что с ним заделать? Как его-то уничтожить? Да блин, лестницу спускайся ты. Да ё, просто что ж ты. Дурацкая лестница.
Как тянуть, тоже интересно, да? Так, а если попробовать гранатами сейчас закидать? Нам здесь никто не помешает. Может, подорвет? Ну и? Да, блин, эти что-то приперлись, что ли? Оттуда пали по нам. Давай-ка. Дорвись, что ли ты? Взорвись все наконец, грузовик. Что ты? О, кажется, он взорвет сейчас. Тихо-тихо. Он горит, кажется, да? Ну, что он не взорвается-то? Так, еще раз сходимся. А, вот все, отлично. Миссия под миссию выполнена. Слабые гранаты у нас были, и двух гранат хватило сполна. Так, типа тем здоровье исполнит о себе немного же. Нет, пока. Ну, вот это мне потратить. Это имя меня так канает. Так что ли потратить, не знаю. Чё, конечно, довольно непонятно. Иногда типа птички, конечно, здоровье тратит. Снорли, точнее, не очень-то. Хорошо. А, привыкание к лекарствам, вот что. Вот, наверное, почему здоровье там не приваляется доставлять хорошо, как хотелось бы. Так, отлично. В общем, задание мы этим самым выполнили таким образом, да? Постреляли вдоль, миссию выполнили. Все, пора отправляться обратно. Так, ну да, в общем, куда можно при, в общем, добраться побыстрее, может, куда? Посмотри бы надо. Поближе бы это будет у нас, что? С точки назначения-то. Так, это 7-4. Там, в общем, 8 у нас. Длиннее будет, дольше. Так, 9-6, еще дольше. А, если к этому... 7-4, ну это все одно в одном том же месте. Тогда почему пролимся тогда туда? По нему то месте дополнительно. Так что собрать без них надо все. Если, конечно, мне еще дадут. Нас не убьют просто. Что у них еще там патронами, то у них имеется. Так, аптечки. Гранатка, отлично. Ну, патрончики. О, смотри, как автомат-то. А у нас ловить другой. Давите. Так, перезарядка магазина. 30 штук это у нас. Он, конечно, одинаковый патрон использует-то. Так, F1 взять патроны. О, вот как касса. Наверное, берутся, да? Да-да, вот, смотри-ка. Патроны все взялись. Вот какая надо. Их можно было бы искать, наличь патрона-то. Такого вот именно типа, как вот моя наша винтовка, которую взяли. Так, может, у тебя что-то есть? Так, о, Марик, да, вот как подбирать их можно. Все собрать-то. Патрончики, так. Шприц берем. Взять все, F12, вот как нужно было-то. В общем, забрались, слава богу. А я думаю, как с них собрать можно патроны все. Что-то так, как теперь с этих вот обобрать? Надеюсь, еще не убьют нас, не успеют. Так, ну оружие-то брать мы не будем, оно, мне кажется, не ломается. Патрон только берем. И аптечки. Так, вот, отлично. Набрали много патронов к этой винтовке хотя бы. Хотя какой-то вид оружия будет довольно мощный. И то неплохо. Сохранимся еще раз, да? Ну, всех там перебивать мы точно ж не будем. Наша миссия выполнена, мы набрались до цели. Все, что хотели, сделали. Самое главное, остальное этого не сильно важно. Пора, думаю, уже отправляться обратно. Ну, идти, точнее, в следующей нашей цели. Так, а если вернуться по заданию-то? Сдать его. Но это, конечно, дольше будет, так что ближе у нас будет вот это. Хотя бы вот это помнить. Да. Так, возьмем когда-то джипик, что ли, не знаю, какой-то. Или, нет, грузовики мы не сможем взять, они уже раздолбаны. Так, вот это взять можно? Не закрыто еще где. Может, как-то стекло пробить надо? Да можно войти. Странно, не войдешь еще-то никак. Плохо, что в такие вот машины нельзя войти почему-то. В GTA вообще можно было. В какой-нибудь другой игре, не знаю. Так, это его обыскал, по-моему. По-моему, обыскал. Тем самым разболит хотя бы, как вот все можно взять. Все сразу взять можно. Что имеется тут у каждого персонажа в NPC. Так, вот наша машинка. Поехали чем обратно. Если нас, конечно, нас не подобьют по пути к цели-то.
Один еще один вертолет упал, да ёпшта, кто там позбивал, интересно. Так, погоди, кто там? Там, по-моему, кто-то не показался, кто там был. Ты герой. И там эти партизаны засели. Нет, это, кажется, вояки-то. Или партизаны? Нет, партизаны. Местные, разлива. Так, у нас сейчас начнет палить по нам. Там шпалом эти партизаны. Да, думаю, отсюда убираться, палить быстрее. Давай, давай. Та... И за ней. Погнали отсюда. Ой-ой-ой, так, не застревай, пожалуйста. Чуть всяких коряк. Не застревай. Давай. Нужно очень мыкать какую-то дорогу, не знаю, нормально. Чтобы добраться быстрее до цели. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Так, все, выехали. Фу. Так, здрасте, вы кто? Партизаны, давим вас. Извините, партизаны, мы поставим. Мне кажется, в этой игре выполнить все задания 100%, наверное, не получится, потому что... Смотри, то теперь у нас партизаны враги теперь. Наркомафия, по-моему, тоже. И тогда, как бы выполнять у них задания, мы, наверное, не сможем попросту. Нас попросту не, не очень попросту, они нас не подпустят к себе. Мне так кажется, к их базе-то. Наверное, ну не знаю, конечно, возможно, можно пополнять задания-то. Посмотрим. Ой-ой! Машинка, давай-ка. Какую-нибудь другую. Так, нет, ну, вообще-то другую сторону поворачивать, не в это. Что нам все делать? Мне кажется, кажется, управление немножко кривое здесь в этой игре. Довольно. Не сразу все отзывается, хотелось бы. Иногда бывает. С четвертностью мышь тоже очень проблемы какие-то. Кажется, старая игра довольно старая, так что... Ой-ой-ой. Так, погоди, там какой-то мост был, по-моему, да, ведь? А, так, мост, отлично. Можно перебраться на ту сторону по мосту. Так, на сторожника только не попасть, не въехать в воду, не въехать в воду, хорошенько. Так, вот там мостик, заезжаем. У нас здесь, интересно, там пропустят или нет? Друзья, вы меня пропустите? Так, а что там у нас там домики? Нифига себе, мостик мы нашли. Тогда его перепрыгиваешь, что ли? Ну ты чего? И до прыжка тоже проблема. Он кого-то перемахить не может. Никого нету. Ладно. Ну, в общем, поехали. Миссия, слава богу, выполнена. Ох, довольно-таки сложновато оказалось. Ну, это как обычно. На харате все сложно. Он довольно интересный, конечно. Ну, надеюсь, заработаем. Ведь какие-то денежки, и они нам пригодятся при выполнении сюжетных миссий. Это самое главное. Хотя перейдем что-то в реку, чертову. Так. Чего это странник пишет, вражеский вертолет в квадрате А. Вертолет видит они. Надеюсь, не нас, они не попались-то. По нам. Просто окон не съедем, вот, выполняем задание. Ничего не делаем. Ну, кому-то мешаем, конечно, вот. Так, нормально. Понятно, сейчас палить, значит, по нам начнут. И на враге. Наверное, мы все, наверное, миссии выполнять точно не будем, потому что, наверное, не получится просто. Из-за того, что некоторые нас врагами уже перечитают, и, в общем, кстати, сгруппировок местных в этой игре. Что, конечно, очень сильно мне напоминает сталкер чисто, не знаю, чем-то. Хотя, в общем, хотя понятно, чем. Так, тихо. Таймер еще включился, не вовремя. Так, нам нужно в другую сторону ехать, чтобы добраться до точки назначения там. О, моряка, самолетик. Так, погоди, тихо, тормози. Проверю-ка я самолет от местной. Что такое? Сесть нельзя? Он уже развалившийся. Интересно, здесь, конечно, вот даже какие-то есть враждебные животные, которые могут атаковать. Например, те же пчелы, например, были. Бабочки это летают. Тоже очень сильно напоминает тот же Crysis первый, но это я говорил уже. Чем-то игры, конечно, схожи некоторыми играми, другими. Эта игра, конечно, это в Xenos первый-то. Вышла одновременно с первым Crysis, по-моему, если ошибаюсь. Да и сталкером тоже. Чисто мне почти что. А, в целом, по-моему, наши друзья должны быть. Ну, не должны нас атаковать, как минимум-то. Мы им как раз помогаем. Как и военным, в том числе. Ну, как и полицейским. Потом ЦРУшниками будем помогать. Еще несколько шпанов, если группировку, которую можно выполнять квест дополнительный. И возможно, конечно, не всем мы сможем выполнять квесты. Каким-то определенным причинам.
Это все сделали ради того. Ой-ой-ой-ой-ой! Это сделали ради того. Так, отмена. Мы доездились. В общем, это сделали ради. Для рыбки, чертовы. Сейчас покусать просто и мы. Не успеем выбраться. Черт, машинку мы потеряли. Ох. Такая чуток валяется там. Черт, машинка, это как мелодь маленькая становится, когда смотришь воду-то. Что-то я что-то вообще тупо не заметил, что здесь вода так тормози, находится. Так, мы друзья. Я свой. Спокойно, это свой. Да вы чё, вообще что ли дурили там? Вам надо на гранату на жопу засунуть, наверное. Мы вам помогаем, а вы так здесь шутите. Дурили. Так, ну ладно, другую машину потом найдем, значит. Утопили, так утопили. В общем, сейчас посмотрим, как там нас встретит. Будет ли сложно проходить мечта? Враги нас и нет. Мне кажется, враги. Они нас явно не пропустят. Притормози, Гринго. Аман. Не стреляй. Я командиру важную посылку несу. Ну проходи, раз важное дело к боссу. А, так, а. Так, и что теперь? Они нас не будут стрелять пока что. Да, командир, в общем, несем важную посылку. А. Так, а им куда вообще нужны? Притормози, Гринго. И что теперь? Понапалить начнут? И что теперь? Притормози-то. Что сделать-то? Че нажать-то? О, так, все. Началось. Так, валим, бежим, бежим. Сколько воды, естественно, друзей-то? Блин, они повсюду шли. Эй, откуда себе беретесь-то, пойму? Да что ж такое-то? Гарси какой-то. Так, мы на месте. Чем же по заданию-то? От этого, что ли? Мне какой-то, по-моему, достать. Так, ну что ж, в общем, продолжается прохождение игры Xenos 1. Кипения. Продолжается у нас, в общем, третья серия данного прохождения, где мы уже выполнили одну миссию, плюс попутно, в общем, выполняем вторую миссию. А, связано, в общем, с тем, что нам нужно, в общем-то, надо красить ноутбук помощника Дона Эстебана на базе наркодельцев. Так вот, такая миссия первая, по-моему, за военных. И очень неожиданно, конечно, игра просто почему-то вылетела, не знаю почему, конечно. Но, в общем, по сути, конечно, этого вылета были очень печальные, то что игра вылетела, при этом у меня, в общем-то, запись не приостановилась, и приходилось, в общем-то, этот файл восстанавливать, точнее, записанный. При этом часть файла восстановилась, часть не восстановилась, и там как раз вот не восстановленная часть файла была как раз в тот момент, когда мы добывали, в общем-то, ноутбук, как раз этот, необходимый по заданию. Вот видно, что у меня цель же выполнена первая этого задания, и как бы, то есть я уже достал ноутбук, но, увы, не увидите, в общем-то, это, как я сделал это, как я попал в это здание. Так, ну это здание, посмотрите, находится нам по карте, посмотрим, как я. Где-то вот здесь находится. Так, вот где-то вот здесь находится. Это здание. Вот здесь вот. В игровом мире. Xenos 1. Вот в этом месте находился, вот здесь вот. Лежал там ноутбук, который мы взяли по заданию-то. Так, вот он ноутбучок, вот он ноутбук этот наш, который нужно было добыть. Теперь так-то мы, добыв этот ноутбук, отправляемся дальше. Хотя, может быть, конечно, по какого-то мета пройти, попробовать. Но я, наверное, не буду делать. Это очень довольно долго, в общем, довольно много времени займет с этого сохранения. И там, где я еще даже первую миссию не прошел. В этой серии-то дополнительно, так что до конца, так что много времени займет, не буду этим заниматься. Самое главное, что мы эту миссию поняли, взяли вообще ноутбук, пора сюда убираться. Сохраниться напоследок, да, что ли, на дом будет. И просто валим отсюда. Так, ну можно так, у нас типа цель помечена, пока это месте-то вернуться от верда. Сдать это ноутбук нам нужен. Нужно. Примерно 3-9 километров добираться на точке назначения. В общем, будем сейчас сматываться отсюда. Надеюсь, нас, в общем, не завалит. Надо, в общем, как-то быстро отсюда свалить. Постараться. В общем, эти нас, друзья, за врагов принимают. Пытаются, чтобы нас убить.
попутно. А мы попутно очень пытаемся выжить. Как обычно. Пусть, конечно, не так легко все будет сделать. Сходимся на этом месте, что ли? Давайте, конечно, найти больше. Притормози, Гринго! Не стреляй! Я свой! Да. Спокойно, это свой! Да я пришел, в общем-то, в миссию выполнил. Вашу там. Дополнительно. Не только бы, чтобы не был какой-то транспорт взять, вот. Но ничего не взять нельзя, вот. Ничего сесть нельзя, вот. Может, потом разрешат, конечно, возможно. Но самое главное, в общем, ноутбук мы добыли, все-таки. Помогли. Хоть, конечно, довольно сложновато оказалось. Так, ну, что-то нельзя вот здесь это. Как не везет. Так, друзья, привет. В общем, идем, сдаем эту миссию, наконец-то получаем награду, надеюсь, довольно. В общем-то, крупную. Эти так за уже текстуры застряли, бедные. Вот что с ним сделать. Я выполнил ваше задание, полковник. Вот ноутбук. Отлично, просто отлично. Ты порадовал меня, Гринго. О, 1000 песо, нормально. Хотя какая-то награда. Так, ну давай еще пополняем, что ли. Я хотел бы подзаработать, полковник. Конечно, Гринго, я не оставлю тебя без работы. Тебе всего-то и надо, что пригнать пикап, набитый кокаином со склада Дона Эстебана. Ключи от пикапа у кого-то из охраны. По данным из ноутбука, он пытается ввести какую-то новую систему переработки кокаиновой пасты. Но наши умники не могут до конца с этим разобраться. Им нужны образцы. И в большом количестве. Берешься? Конечно же. По рукам. Считайте, что вы уже нюхаете кокаин со склада, полковник. Будешь шутить, когда пригонишь тачку. Ну понятно. Так, еще раз сходимся, вот раз сходимся уже. Так, хотя может пока так оставить, но нет, уж по-другому сейчас сходимся. Так вот. Фу, в общем, да, миссия, конечно, довольно сном была сложноватая. Так, что у нас по этой миссии там делать? Куда нужно ехать? Так, ага. Ну хотя бы машине хотя бы дойдем. А так пешочком туда обратно, хотя бы машине получится. Так, где находится у нас место? 7. Ух ты, 7 километров, я просто. Долговато. Довольно-то. Это, конечно, довольно, наверное, далеко от него-то, до этого места. Так, посмотрим тогда еще, что можно тогда в другую выполнить. Так, ну это, конечно. Неплохо бы какой-нибудь там транспорт найти нам. Так, ну их вполне смесь, наверное, не получится. Конечно, ближе будет, но не так прям уж сильно. Этому, наверное, этому мы возвращаться не будем. Так, до этого. До деревни той. Тоже далековато. Наверное, ближе будет все-таки вот это ждать, вот тоже награду получить. Так, не понял. А что я не могу активировать? А вот, сильно можно активировать. Куда можно-то? Ну, как раз близко. Зайдем тоже от квеста, да? Тот мы взяли, тоже потом выполним. Может, тупо лечиться можно, не знаю. Хотя, конечно, у нас спам маловато и довольно-то награда, но не блок, чтобы подлечиться вы. Может прикупить какие-нибудь аптечки. Хотя нас, по-моему. Здравствуйте, доктор. Здорово, боец. Ну, чего тебе ампутировать? Да, весело, конечно. Так. До свидания. Удачи. Надо будет что-то отрезать. Обращайся. Нормально, в общем-то. Так, ладно. Что у нас такое здесь? Параметры. Сила так. Сонливость. Телосложение. Так, отношения с властями, видимо, хорошие, приятель, да. Партизан враг, наркомафия, бандит враг. Там они идейцы мицерук женскими, это нейтрал пока что. Вот так у нас. Результате-то. Бургинщик. Привыкание к медикаментам. Да, нормально. Жди, там били, так понятно. Там еще мне, конечно, поменять нужно. Настик, здоровье восполнить, думаю, стоит. Я укола не боюсь. Если надо, уколюсь. Угу, вот так вот.
Старайся, я восполню немножко. Тут у нас так станет очень. Ну что, проблемся? Тоже занято. Зайдем быстренько. По-быстренькому. Бог, чтобы побыстро переместиться туда, но вот, черт, как это сделать, я понимаю. Пешочком что-то придется. Что они там случилось? Что случилось? Маска, я не знаю, мышонку можно раздобыть. Наша война бессмысленна. Пусть мы сегодня захватим всю эту шайку Дона Эстебана. Завтра их адвокаты вытащат их на волю. А нас обвинят в нарушении прав человека и неоправданных зверствах. Патронов нет, зайди. Покеда. Покеда, покеда. Только нам теперь добраться до точки значения, чёрта, ни одного транспорта нету. Так, у него, естественно, не купить, можно ли топливо для нашего там транспорта-то кого-нибудь. Было бы, конечно, неплохо, но придется этим пешочком набираться, хоть, конечно, это очень довольно долго. Время займет много. Так, подземщики открывать, но проход. Так, у этого-то. Где автобусы? Как автобус нужно отставлять было-то? Почему не в рейсе? Почему не в рейсе? А где транспорт? Какого? Какому транспорте нам нужно ехать-то? Что издеваетесь, что ли? Так, еще кто едет? Так, шка. Зачем тут? Алло? Алло? Не ори. Я тебя нормально слышу. Ты меня нормально слышишь? А когда я просила тебя не отпускать Мэгги в Боливию, тогда ты меня нормально слышал, Майерс? Где моя дочь? Пока не знаю, но у меня есть сведения. Сведения? У тебя есть сведения? У меня нет дочери, а у него есть сведения. Зачем? Зачем я только вышла тогда за тебя? Да, нормально вообще. Так, черт. О, надо было вот это брать. В общем, заговорились мы. Вообще прикольно довольно будет. Такие моменты есть в этой игре, когда вот главный герой звонит, точнее, его жена и спрашивает насчет того, выяснили он там, насчет своей дочери, где он находится. Так. Нет, официала-то. Звони. Ты куда вообще поехал? Там на джипике-то. Дружище, ты с собой явно что-то непорядки. Так, нам, может, сейчас в первую очередь нужно найти транспорт какой-нибудь, что ли. Машина. Тихо-тихо, ты... Звони, конечно, но мне твоя машинка может пригодиться. Мы, конечно, здоровье, черт, меня отняли, сняли довольно немало-то. Так. Ну, хотя быстрее доберемся, то... Здесь еще после этого, конечно, на экип... Так, черт, мы ехали, конечно, точно. Так, ладно, поехали дальше. Так. Да, блин, ты проедешь нормально, ёбер, что ли? Вот так уж они. Что-то вредился. Чё, поехали. Ой, извини. Да, блин, чё ты мимо в этом... Между ими чё-то не разъедешься. Плохо, что не разъедешь никак. Колумбии. Предъяви документы. Ну? Нет проблем, братва. Смотрите. У него документы в порядке. Так, да, можно приехать. Спасибо. Ну и пока наши друзья, слава богу, так что... Вот и все, мы привели к точке значения. Наконец-то. Очень быстро, когда дадим эту дополнительную миссию. Ну что, здесь, конечно, да, вот, передвигаться довольно сложновато. Из-за вот... Тихо-тихо! Ух, чему не въехали. Из-за того, что транспортом не разживешься. Так легко с ним разжиться, с транспортом. Раздобыть его. Тихо. Уехали. Нормально. Короче, включены. Тоже прикольно, что ночью так отремонтироваться. Так, и все. Мы приехали на грузовичке. Так, берем оружие. Часопичка-то тоже здоровье себе исполним. Черт! У меня уже вены! Как у последнего торчка. Ну, извини, конечно, да. Плохо дело. Что так это? Приходится нам часто... А, блин, ночью закрыто. Так, он придется туда... Снова, как обычно, переночевать где-то. Четыре пьесы тратить наши драгоценные. Так, а где-то место? Отель наш. Так, вот там отель, недалеко. Слава богу.
Может, что без пешечка было добраться-то? Ой. Оставить машину где есть-то? Добраться-то вместо пешечком, думаю. Да, думаю, машину стоит тратить, конечно, таки, когда нужно добраться до дальней точки значения. Так, это другой... А, толкач какой-то. Так, ну что ж, идем. Рад снова видеть вас, сеньор. Помните наши цены? 5, 15 и 50 песо за номер. Ну что ж, давай. Хотя... Оху-ху. Отлично. Так, ну чё? Марика Старина с тем самым восполнилась-то. Посмотри-то поспать-то тоже ведь надо. Так, она здесь... Так, с погодкой-то нормальная. Цена... Так, о, утро, отлично. Да, можете сам тем самым заранее вас на восполнять-то и поспав, дать возможность главному герою поспать, как это было в мир в той же игре, где там... Ну, в Fallout 3 том же. Там также можно так же делать. Извини, там, блин, да... Ладно. Знаем, пока можно. Здесь машина. Так, ну проезжайте, друзья. Чего там столпились, не пойму? Что же такое? Проекты не могут. Ладно, пешочком наберемся этого места. Сдадим квест дополнительный. Который, в общем, мы вашим трудом выполняли. В общем, без боя не обошлось. Точнее, открылись. Взорвал я и кокаин, капитан. Поздравляю, радуешь меня, Майерс, радуешь. Забирай деньги. Так, и 1250 песо, ну нормально. Работой обеспечите, капитан? Конечно, обеспечу. И думаю, тебе она придется по душе. Все равно наркобаронам... Пардон. Конечно, обеспечу. И думаю, тебе она придется по душе. Ты все равно наркобарыгам насолил, а мне как раз одного из них надо ликвидировать. Зовут Ботаник. Занятие – выращивание кокаина. Место проживания – поближе к занятию. Берешься? Конечно. Ну, хотя, конечно, бы не стоит пока это делал, но... Не знаю. Вот с ними отношения. Все-таки нужно как бы выполнить миссию. А то вдруг, правда. Да, погоди, лучше все-таки. Я тебе даже не сохранился, что плохо. Нет, не пойду. Так, возьми. Смотри-ка, какой ты двуличный, Майерс. Ничего. Так, так, а взять 5 мы за не сможем-то? Добрый. Заходи. А, вот здесь еще задание, так, это можем взять все-таки. До свидания. Погоди, дружище. Бай-бай. Ладно, в общем, погоди, так, сохраниться. Главное сейчас сохраниться. Задание все-таки мы сдали, этим самым получили песо, так. Пока что нам все равно этого не хватает. Хотя, не знаю, даже вот этим ботаником. Так, где сохраниться можно? Так, это перезапустим, перезапишем. Так, в общем, нам нужно так-то по сюжету посмотреть, что это надо еще сделать. Так, это мы так-то... Так, это... Это нам нужно, конечно, для этого песо, пока у нас них не хватает. Хотя примерно до 1000 нужно. А у нас, в общем-то, у них очень мало их. Очень мало, так. Так, это у нас... Довольно далеко находится. Не, Марико, близко. Хоть 4-4-3 километра. Так это, думаю, сможем. Пару пока выполнить этот квест, что ли. А пока тот, в общем, заниматься пока им не будем. В общем, да. Так, думаю, так и сделаем. В результате-то. Пока выполним этот квест, который мы взяли вояк, до второго дополнительного, сделаем еще его пока. Тогда, думаю, может, наберем добавку еще краспеса, и нам хватит, чтобы с этим вот еще раз поговорить с... как там зовут-то, архитектором. Чё-то, надеюсь, хватит, в общем, разгорючего, чтобы добраться-то. Извините, друзья. В общем, поехали. Поехали. Так.
Понятно, еще нужно как-то добраться до того места будет. Как быстрее. Так. Думаю, ничего, доедем. Самое главное, добраться, забрать грузовичок, собрать по заданию. Остальное будет довольно просто, потому что мне нужно будет разъехать до точки значения. Неужели нашли дорогу все-таки? Ту, которую там уже нет. Все. Доехали. Так, кто у нас там? На отмена, просто они все это заразу. Что ж сами делают-то? Так, мы вообще туда поехали, не пойму. Да, мне кажется, это та дорога, которая мне нужна. Да, все-таки та дорога. Все-таки мы и нашли. Блин, ну это, конечно, черт, блин, он перезаряжается не вовремя. Чуть не качается, там быстро патроны. Готов. Отлично, один готов. Второй готов. Так, сканируемся на всякий случай. Как обычно, идем дальше. Так, это где нужно... Ох ты... Да, тичь у нас, змеюка-то. Вот, как, вот что за наглость такая? Ты чё надо бьём здесь? Валет-то сюда, что ли? Всё, потом он начнёт тратить, прям уж хочется. -то. Что за такое? Здесь всякие змеюки здесь. Развилось это. Мешается. Куда он делся вообще? Ну, спасибо. Вот он. Так, патрончики, как раз к автомату, которому мы нужны. Так, чё этого? Ой, блин, черт, мы исползаем счет. Неудобно. Положился до страницы. Так, а у тебя что-то, не пойму, что нету, что ничего. Так, берем патроны. Да ну, патроны-то. Ау, чё не берем патроны-то? Ох, что-то какой-нибудь сработает. Не вовремя. Так, отлично, все. Что-то мы у этого сквозь состояние-то не описано. 56% износ. Так, а у нашего? И в сорить-то, ну... Ну, столько же. Так, сходимся еще раз. Так, вот они. Как вот будет это сделать? Не везде же они там ходят-то. Пробую как-то пойти, не знаю, что ли. Так. Ну да, мы их обошли. Ох, да, весело. Ну, со всеми, конечно, вязаться с преследок мы не будем. Стараемся как-то не заметить, что прокрасы. А по проводе будет, думаю. Как-то прочти за раз, что осторожненько, чтобы не со всеми вязаться по своей перестрелке идти. Но так у нас патронов просто не хватит. Так, давай осторожненько, тихонечко прокрадываемся. Берете точку значения и выполним эту миссию, и вообще мы просто сваримся. Так, я съел, не знаю, не должен заметить. Так, нам уже нужно ту сторону, в общем, да? Понизу мы как-то пытались пройти. Вот этого пользы никакой не было. Залезть наверх невозможно. Хотя, конечно, жалко, не хватает такой возможности. Да? Это кого-то прямо обстреливают. Наверное, вояки наши.
Может, тебе помогут? Могли бы, конечно, неплохо бы себе. Обстреляли, в общем, всех там военных, этих, в общем-то, точнее, этих наших врагов, и там мы там уже забрали, вот только грузовик осталось забраться и оттуда свалить. В общем, было неплохо, конечно, было бы, если бы они нам помогли. Все-таки как бы им можно помочь, это помощь нужна. Да. Еще вертолет один летает. Так, мы почти добрались до цели. Сейчас мы, думаю, скоренько доберемся. Малька, чтобы было быстрее, но ладно, так уж хватит, как он доберется. Придется так вот добираться. Пешочком. Прогуляемся немножко. Так, у нас партизан, может как-то обойти лучше. Вес. Перестрелку так. Но при этом не там не прям сильно не там не нужно. Так, проплыть можно. И там рыбки у нас. Кусачи. Пираньи обитают местные. Так. Еще раз сохранимся. На всякий случай. Что здесь? Вообще здесь вода. А, вот мостик. А, блин, партизан. Где вы там? Сам партизан сидит. Опс. Не стреляй. Я свой. А, чё? А, это наши официалы, оказывается. Я думал, кто это. Ну, слава богу, хотя бы они здесь имеются. Вот. А то я думал, здесь только лишь ожидемные эти партизаны, да, всякие там наркомафии и там подобные всякие тут вот, бандиты. Так, у нас мостик, да? Проверить, что там хранят ли кто интересно, это мост. Потому что по нему можно браться до цели. Так, мостик, мостик. Так, давай переберемся по-быстренькому. По-моему, там никого нету. Никого не вижу. Из врагов-то. Ой, змеюка, ты... тебе еще не хватало. Так, вот, видимо, это деревенечка. Куда можно идти? Так. Сохранить это два раза. Так, давай это сохранить. Это сохранить. Использую сохранение, перезапишу. Сейчас, может, вас не спалили. Так, один грузовичок может находиться. Например, по небу еще в каком месте. Это, в общем-то, деревеньки-то. Знаете, где-то вот не здесь, не в этой части, а вот этой. В западной части. Так, как-нибудь проникнуть мы незаметно. Быстро сесть грузовичок, это ты угнать. Там, может, точнее, бесполезно, в общем, будет им стрелять. Сможем быстро оторваться. Там, в общем, это делать незаметно. Так, 93 метра. Здесь, конечно, получится сделать. Еще раз сохранимся. 47 метров, да? Тихонечко. Так, куда можно идти? Да вот, бам-бам, куда вообще? Где он хочет-то? Вот это что, грузовик? Наверное, как раз он и есть, мне кажется, или-то. Здесь, конечно, полно этих вот охраняет его. Как бы так подкрасться? Они, конечно, должны разойтись. Так, они пошли в одну сторону, другой что? Что не идет-то? Значит, как незаметно сесть. Погнали. Прощайте, друзья. Тем более, чтобы нас не подорвали, вот что самое главное. Так, гоним, гоним, гоним. Так, а мостик придется гнать. А получится это сделать-то? Он выдержит наше место. Так, ух, отлично. Фу, все. А, вот так вот, незаметно, в общем, у них. Только еще нам ее не придется, не получится проехать. Так, а пытаться все-таки, в общем-то, объехать все это. Сейчас на деревья еще начнут валить. Надо как-то все это объехать, я бы думал. Попробовать. В этом же плохо, что здоровья вообще очень мало довольно. Давайте еще объедем все это.
Давайте еще, в общем, все объедем. Не по дороге, в общем, а так пройдем по кругу. Немножко хотя бы путь сократим. Не может и в засаду не попадем до валка. То-то мы. Они могут легко, легко в общем-то, дерево взорвать, перекрыть там дорогу и просто нас расстрелять. В общем, это тогда в это и случилось уже, кстати, там одной мне смерти. Так, сохранимся. Сохранится, в общем, по-другому сейчас. Так, отлично, прорвались. Удалось прорваться. Само, в общем, также вообще не попался никакую засаду от этих врагов наших. Машинка такой довести до цели. Так, давай здоровье, надо будет восстановить. Здоровье нос. Так, инвентарь нельзя доставать еще, да и плохо дело. Пока мы с ней машины инвентарь залезть нельзя. Сейчас получится. Рейкет-то. Без переключений-то. Надеется. Стой. Ух ты! Ой, так, все, проехал, отлично. В общем, оторвались от них. Удалось, слава богу. В этот раз удачно. Так, тихо-тихо, машина не врезается. Так, ну, хотя, машина, конечно, у нас крепкая, думаю, не разобьет, не взорвется. Все равно осторожно же быть. Давай-давай, все, в общем, фу. Думаю, можно расслабиться, потому что от них мы оторвались, они, наверное, думаю, ничего не помешает. Но... В любом случае, основной, в общем-то, цель мы свою выполнили. Самое сложное сделали. Еще кошмар прикольно, да, вот так вот неожиданно стелсом у них. Прямо язык из-под глаз их стащить их, в общем, машину. Не знаю, возможно, здесь, конечно, разные цели прохождения квеста есть. Можно стелсом пытаться, либо выполнить цель, либо... Так, конечно, туда поехал. Либо... Можно было там всех перебить, тех, в общем-то, наверное, ко мафии туда. Потом уже выполнить нашу цель. Ну, игра, конечно, по ней это довольно вариативно. В плане геймплея, прохождения, вытянутых ситуаций. Только вообще у нас хотя бы нас не так лучше. Мы, в общем, идем машинку по назначению. Так, тихо. Еще мы здесь мы не заблудились в этих трех этих дебрях-то. Так, куда нужно ехать-то? Где мы находимся? Так, мы поедем как раз по этой дороге. Ну, хотя как правильно едем-то. Нам уж, по-моему, сюда, да? Вот там еще нужно цели-то. По заданию-то сюда нужно ведь. Ну, как бы недалеко осталось, да. Скоро доедем. Слава богу. Все правильно едем. Кстати, по карте, то мы едем. Правильное направление. Ух ты, блин, какого... Ух, проскочили, как это? Ни хрена себе. Вот это да. Через дерево проскочили. Одуреть. Блин, а здоровья-то мало-то. Черт, дерево, вот хер, в общем, не очень приятно, конечно, было. Я же, наверное, решили, в общем, нам засаду устроить такую. И дерево прям, в общем, перед нами взорвали. Но мы вырвались. Ух, мы вырвались, отлично. Так, что у нас там дальше по карте-то куда ехать? Так, нужно помощь не туда поехать, конечно, было. В обратном направлении ехать было. Да-да, вот туда. Чего, подожди, друзья. Дай-ка завернемся. Мы вообще не на том направлении поехали. Да, прикольно, конечно, неожиданно так проскочить прямо через дерево. Либо мы успели проскочить до того момента, когда нас деревом накрыли, либо просто нам повезло, в общем, проскочить через дерево. Какой-то баб им случился. Так я понимаю, что... Еще, конечно, довольно необычно. Так, ну... А может в другую сторону ехать? По этой дорожке. Все добраться-то. Фу, до точки назначения. Да, весь миссия, конечно, была довольно интересно. Вот квест получился. Тут можно это когда-то сейчас будет закончить. Так, что ты куда вообще приехал? Я бы не боюсь, не пойму, и как я не. А, все, доехал, отлично. Фу, я думал, заблудился. Так, ну вы все приехали. Пропускайте. Притормози, Гринго. Ну? Не стреляй, я свой. Спокойно, ничего, друзья. Это свой. Спасибо. Огромное. Конечно же, им помогаем же. Их же, в общем, задачу выполняем. Они, блин, стрелять что-то здесь думают. Думают, стрелять или не стрелять. Вот где вы-то.
Все равно вообще-то не прав, конечно, что-то. А, не понял. Это что за баг? Чем присел вдруг неожиданно? А, я же это... Машину-то садились, когда присел, в общем, присидит. Поэтому, наверное, у него бедно не пропал еще этот. Не отключился, что вот эта функция там приседа. Так, ну все. Сдаем, в общем-то, сдаем миссию. Задача выполнена. Хоть, конечно, было не так легко сделать это. Я еще не выполнил вашего задания, полковник. Ну так не ходи без дела. Иди работай. Не понял, как это они выполнили. Так, не понял, а чё? Миссия жупнина. Не понял, а чё? Может надо её куда-то поставить было? Погоди-ка. Я, может, что-то не до конца сделал. Так, черт. Её поставить нужно точку назначения. Как я понимаю, да? О, показывает, куда нужно вести её. Так, ее нужно... ее нужно вот куда, нужно в гараж завести. Вот, все, миссия подуполнена, вот она. Вот так нужно поставить, да было, что-то... Я-то думаю, что такое миссия не выполнена, как это не выполнена? Может, достали грузовик-то? Оказывается, нужно было поставить точку назначения-то вон куда. Прямо к этим гаражам-то я... вот так вот, оказывается, нужно было сделать-то. Ну ладно, первый раз играем. Выполняем все эти миссии-то. Когда я прошлый раз играл в эту игру, я там выполнял только лишь сюжетные миссии в основном. Дополнительных не выполнял. Ну что ж, все, выполнили. Я все сделал, полковник. Вот вам кокаин на пробу, полный пикап. Даже если будете нюхать его всей базой, хватит лет на 15. Отлично, вот деньги. Может, продолжим наше сотрудничество? Так, сколько? 1600 песо. О, отлично. Ну давай, что ли? Я не против зашибить пару песо, полковник. Мы выяснили, что этими исследованиями заправляет доктор Тонаросса. Это он разработал новые методы переработки кокаиновой пасты. И если его не остановить, то скоро страна наполнится еще более дешевым и убойным кокаином. К нашему счастью, доктор параноик и никому не доверяет секреты своих технологий. Он все держит в голове. Поэтому, если мы прикончим его, то, по крайней мере, остановим новую волну белого порошка. Сейчас он находится на базе Дона Эстебана в лаборатории. Расклад простой. С тебя его труп, с меня песо. Берешься? Полковник, что за вопросы? Вы же меня знаете, я от работы не отказываюсь. Голову приносить? Ишь, какой удалой. Смотри, охрана на этой базе, что надо. И доктор отнюдь не дурак. Гляди, чтобы твоя голова не оказалась у него в коллекции. Все, отлично, миссия у нас активирована. Очередная дополнительная. Так. Ну, думаю, на этом пока миссия, думаю, стоит закончить данную серию. Моего прохождения игры «Ксенос. Кипение». Мы так очень мало здесь всего сделали. Довольно очень интересная серия получится, кстати. В этом я уверен. Нас, думаю, дальше еще немало чего интересного ожидает. Так. Что нужно сделать это по заданию? А, вот это красно. Понятно. Так, а нам куда ехать-то? Примерно 4 километра на базу этого сырого этого, к этому завода. Эстебана, да, Дон Эстебана. Ну, нам как раз туда все равно нужно направляться. Ладно, ничего, сделаем. Но сделаем, мы думаю, в следующей серии по номерам уже примерно будет на 4. А это пока что все. Если вам видео понравится, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки обязательно и оставляйте комментарии. Свои мнения, точки зрения насчет моего прохождения, мои комментарии, свои советы, свои впечатления. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч.